Так, друзья, всем привет. Находимся в Макдональдсе. Вот. Насчет Макдональдса такая интересная вещь. Вот, что значит человеческая лень? Дело в том, что сегодня весь день мы ехали с одного города в другой. Как уже я до этого видео снимал, я там подробнее рассказал. Но если в трех словах, ехали мы мало, но очень долго искали адрес. И на самом деле вот ноги устали, все устало, еще жара 35-40 градусов. Бывает такая вот настоящая реальная усталость. Сейчас вышли вот перекусить, сделать такой перекусончик. И шел я и вижу, смотрю, Макдональдс стоит. То есть я про себя понимаю, что Макдональдс — это очень вредная еда. И в общем-то, по большому счету, я очень редко в этом Макдональдсе питаюсь. Но я сейчас подумал, давай-ка зайдем в Макдональдс и не будем питаться, а поедим вот этот салат. Знаете, у них такой есть свежий как бы салат, сейчас не помню, сан-салат что ли, или сай-салат, что-то как он так называется. И вот думаю, давай-ка вот этот салат поем, а потом уже, то есть такой маленький хотя бы перекусончик сделаю, чтобы чуть-чуть зарядиться энергией. А потом уже дальше пойдем и поедим нормально. И вот я зашел в это заведение. Здесь внутри очень прохладно, очень хорошо. То есть сделано так классно. Кроме этого, здесь есть интернет. И вот я сейчас в нем зашел и сижу. И понимаю, что по большому счету, да, то есть лучше всего пойти в другой этот и нормально поесть. Но с другой стороны, так хочется есть, и так, такая усталость бешеная, что уже не до вот этих хождений. А фишка, друзья, заключается в том, что вот из-за таких вот ленивых моментов, то есть вот из-за таких непреодолений, да, непреодолением, мы потом зарастаем всякими жирами, разными этими. Нам это не грозит. Ну, нам-то не грозит, да. По большому счету, если брать, какое количество времени мы ходим. Вот, но все равно сама по себе еда вредная. Но из-за того, что сложно перейти, вот сейчас в данный момент просто перейти в другой момент сложно. Вот видите, даже ноги снял. Ну, точнее, ноги отдыхают, настолько вот усталость прибывает. То есть из-за этого приходится есть вот такую еду. Ну ладно. Салат тут очень даже неплохие. Вот этот? Да. Давай-ка я озвучу, что почем здесь вообще. Вот это вот этот салат же? Нет, это другой вообще салат какой-то. Это салат с курицей. Это куриный салат. А, это как? Сколько стоит он? 3,90. 3,90. Вот, в общем, салат Цезарь стоит 3,90. Вот эти сухарики, это тоже продаются ли это отдельно? Это или... вот сюда вот этот салат. Да-да-да, все правильно, это с Цезарем. Так, потом вот эта штука, ну это, наверное, майонез. Да, майонез, смотри, написано, майонез. Точно. Это майонез к картошке. Майонез, то есть картофан. Картофан сколько и стоит, не знаешь? Нет, картофан — это все вместе меню. Биг тести меню. А, биг тести меню. Сколько стоит биг тести? 5,60. 5,60. Друзья, вот 5,60 цена на биг тести с картофаном. И 2,90 ты сказал, или 3,90? 3,90. Это тоже входит, да, в 5,60, да. Да. То есть такая вот цена. Слушай, мне кажется, что здесь дешевле, чем... Дешевле? Дешевле? Обычно биг тесты стоят там 7 евро. Да? 20, а здесь 5,60. То есть дешевле? Дешевле, и салаты тоже недорогие. Да, такие дела. Ладно, друзья, пока все. Сейчас сделаем маленький перекусончик, вредной едой запасемся. Но знаете, как говорил один человек, я сейчас не помню, как его зовут, он лечил в Америке этих опасных психбольных, он лечил. Так вот, он говорил, если ты кушаешь в Макдональдсе, говорит, вредную еду, то надо, говорит, представлять, что ты кушаешь очень полезную еду, качественную еду, и тогда все, что там, все, что плохое в этой еде есть, все это, говорит, уходит. То есть она не становится вредной. Поэтому я сейчас тоже так попробую свизуализировать то, что я ем какую-то эко-еду. Но вообще не стоит. А? Но вообще часто не надо. Если даже иногда вы съели, вообще главное, не ешь. Главное не делать это в привычку. Да, главное не делать это в привычку. Друзья, не ешьте Макдональдс, ни в коем случае. Это очень плохо. Вот, ладно, пока все. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечный Калифорния.